Доброго всем времени суток. Репортаж из гаражей. Вот такой у нас сегодня интересный комплектик. Видите, вот все он так в одном стиле. Вроде как бы и недорого, и красиво, и в одном, так сказать, ансамбле. То есть, по деньгам, я думаю, каждый может сделать такую сам, при желании, кто умеет. Ну и или купить, приобрести, потому что вполне это все недорого. Ну почему дороже, допустим, чем стандартная модель, я сейчас расскажу. Потому что уже отношение идет тут нестандартно. Ну, или-то не стандартно, но у них все равно есть определенные особенности. Начну со скамеечки, Что тут? Все тут выполнено стандартно. Единственное, за место вот 20 сантиметров ширины, 4 пражины, я использовал 5. Я увеличился расстояние, как вы вот понимаете. Здесь 22,5 сантиметра, что стало немножко поудобнее. Потом из плюсов, как вы видите, заглушки. Здесь 5, там всего 14 заглушек. Никто не поцарапается, ну и так декоративно. Такие на ножках вполне достаточно, видите, такие из остатков. Скамейка, я думаю, там не будет, там слоны на нее садиться. И ничего никуда на ней сядет. Ну, если фонарик, я ножку обычно 8 сделаю, стандартных недорогих фонариков. Ну, он вроде стандартный, но у него открывается крышка вверх и крышка здесь боковая. Вот такая штукенция для свечки. Стекло держится вот за счет вот таких пластинок на контактной сварке. Очень легко отжимается, прижимается, вынули, заменили. Все очень просто. Тоже небольшие такие завиточки из шестерочки тоже придают такой уже небольшой. У меня будут еще скоро новые много фонарей, некоторые новые модели, да. Там уже все побогаче, ножка уже идет из витой трубы, да. Также скамейки, столы у меня есть и до этих работ. Если хотите, найдете меня на канале, на сайте. Ну и сейчас еще запланировали новые. Вот. Ну а здесь такой эконом-вариант. Сегодня у меня этот фонарь стоит 1100. Ну, еще он покрашен хорошей краской, но это бонусом. И, естественно, он немного так подготавливался. Стандартные модели у меня раньше не под 900 рублей продавались, но сейчас все дорожает, поэтому и фонарь подорожал. Здесь стол раньше, он доработан, стандартный стол, чем? Ну, ножка здесь, видите, 20 на 20, да, но она все равно из стали 2 миллиметра. Поэтому это уже плюс. Дальше. Столешница раньше была у нас 40 на 40, все тоже осталось. Но, как вы видите, здесь торсион из десятки. Посмотрите, углы надо зачистить. Здесь надо все обработать, все надо стараться здесь пролить. Здесь, то есть, работенки добавляются. Ну и как вы понимаете, диагональ надо поймать. Ну и вот этого надо, скажем, голубка тоже приварить так, чтобы он не слетел. То есть тоже работа, видите, тут в круг варился. И здесь ему поджавитки из профильной трубы. Я раньше из шестерки делал стандартные недорогие модели, которые там до 1000 рублей. Сейчас здесь, когда делается, уже смотрится богаче, сами понимаете, завитки толще, красивее, и получается общая декоративная вещь. И она уже стоит не до 1000 рублей, она стоит уже 1900. Плюс вот это вот зверушка. Кому интересна себестоимость, можешь сами взять, вот посчитать 8 метров скамейки, 8 метров трубы 20 на 20, сколько стоит, да? Ну, тут может посчитать еще прибавить аренду, может прибавить посчитать там зачистные материалы, свет, электроэнергию, проволоку, амортизацию. Я не знаю, если вы включаете, кто делает, включаете вы это в стоимость, себестоимость или нет. Если вы не включаете, то вы, наверное, все-таки далеки. Тогда лучше огород пахать, картошку сажать. Вот если голову не включать, потому что все это должно включаться в себестоимость. Меня тут недавно спрашивали, расскажи, как что цены формируются. И неоднократно уже несколько лет спрашивают, надо как-то снять общий репортаж, но там, наверное, одним репортажем одной передачи не обойдешься. То есть вообще, как складывается цена, из чего складывается себестоимость, ну и продажная цена. Это надо все рассказать. Такую вам политэкономию небольшую провести. Шутка, конечно, надо. Но я думаю, это многим очень поможет, кто занимается. Сказать, когда вещь уже шла, то есть у меня здесь столешница блестела до металлического блеска, ее зачищаешь, чтобы уже вещь, которая идет уже, скажем, в два раза дороже, чем стандартная модель, к ней уже отношение провар. И здесь стараешься варить, там с двух сторон, смотрите, здесь. Потом тот же самый, тут, вот видите. Так что я считаю, вполне недорогие вещицы, да, и декоративные получились. То есть поставить все так, она в стиль, в принципе, подходит, декоративные вещицы. И я считаю, вполне недорогие. У меня бывает как именно и дороже, и бывает, естественно, дешевле. Ну так кому что непонятно, вопрос задавайте, я вам отвечу. Ну, спасибо еще раз за просмотр. Смотрим еще фото. До новых встреч. До свидания. До новых встреч.
Спасибо за лайки, за просмотр.